Больная твоя мама. Вылечит ее, она и придет. Куда придет? А туда, где мы с тобой жить будем. А где мы жить будем? У меня в лесу. Никто нас не найдет, никто не тронет. Ой, как тут страшно, дедушка. Я боюсь. А ты не бойся, милая. Деревья добрые. Каждая березка, каждая сосенка укроет тебя. Смотрят они на нас и шепчут друг другу на ушко. Смотри, вон какая хорошая девочка пришла к нам с дедушкой. Они меня дедушкой зовут. Я у них самый главный. Лесником я тут. Сторожу, досматриваю. Может, ты сама ножками пойдешь, а то я старый, устал. Ладно, дедушка. Вот и хорошо. Давай, Лучку. Пойдем. А звать-то тебя как? Лена. Аленушка, значит, хорошее имя. Так долго, дедушка. И стреляли где-то. Возьми-ка ее на берег. Кто это? Бери-бери, после узнаешь. Поиграй с Рексом. А ну-ка, Янка, помоги. А зачем ты ее топишь? Чтобы ворогу лихому не досталось. Пошли с войной, пошли на нас. Такое натворили. Вот и мать ее убили окаянные. Только девчушка-то об этом не знает. Ты ей ни слова, понял? Я видела в цирке собаку. Тоже как ты. Ну, цвета не такого. Носик такой. Лапки такие. А теперь познакомьтесь, это Янка, внучек мой. А я Лена. Ну, раздевайся. Давай помогу. А я знаю. Что ты знаешь? Это мамина сумочка. Правильно. Вот маму вылечит, она придет к нам и спросит. А где моя сумочка? А мы ей скажем, вот она, пожалуйста. А сейчас мы ее спрячем. Дедушка, можно я пойду на крылечко с Рексом поиграю? Можно, Аленушка, иди. А что это? Прихватил на всякий случай. Может, документы какие есть. А то девчушка, поди, и фамилию свою толком не знает. Может, отец жив или кто из родных искать станут. Покормить бы ее, дедушка. А как же, поди приготовь яичницу. Леночка, помоги, пожалуйста, хозяйничать. Никулич Вера Михайловна. Да, и пожила-то немного. Зеленая улица, 6. Запольск.
Запольская, значит. Подишь ты, оба совсем молодые. Леночка, поди-ка сюда. Кто это на карточке? Это мама, это я, а это мой папа. Когда мы с мамой уходили, его дома не было. Он уехал в эту... В Москву, что ли? Да нет, в эту, в которую он часто едет. В эту, забыла. А в Минск? Да нет, в эту, в ту. В командировку. Дедушка, я домой хочу. Куда ты пойдешь, дитя мое горькое? Цел ли твой дом? Ты куда? К маме домой. А кто тебе разрешил? Вот тебе, будешь знать, как без спроса убегать. Скажи спасибо, что догнал тебя, а то бы волки поймали и съели бы вместе с косточками. Ничего бы и не съели, просто бы на них набросился и как съел, а к маме я все равно побегу. Ты заснешь, а я убегу. А я поймаю, да так отшлепаю, что и съесть не сможешь. А я деду скажу, он тебе ухи надерет. Пусти, пусти, пусти. Если бы не Рекс, не поймал бы я ее в лесу, заплуталась бы и все. Отправь ты ее домой, дедушка, видишь, она какая. Убежит, заблудится и пропадет в лесу. Там, может, отец ее ищет, а мы у себя держим. Надо бы в город съездить, поразузнать. Я с тобой поеду, дедушка. А ты чего не спишь? А чего вы не спите? Отец ее поди воюет. Thank you.
Nicht etwas länger. Also, alle Dörfer in einer 10-Kilometer-Zone total verbrennen. Geiseln nehmen, den Partisanenführerpalast lebendig oder tot festnehmen. Zur Tat, meine Herren. Ты начальник полиции, и у тебя под носом партизаны взрывают военные объекты. Вся полицейская служба поставлена на ноги, господин комендант. А я тебя буду поставить на голова и повесить за ноги, если ты не будешь узнавать, кто занимается диверсиями против немецкой власти. Это все батька по нас, господин комендант. А ты узнал, кто он такой? Не удалось, господин комендант. А я знаю точно, его настоящей фамилии Микулич. Это бывший секретарь райком партии. А начальник полиции не знает. Оплошал, господин комендант. Я сейчас давал приказ сжигать все деревни на 10 километров кругом, брать заложников. И батька по нас должен быть здесь. Будет. Живой или мертвый? Будет. Черт! 100 тысяч марок и бывший совхоз германское командование даст награду за голову батьки Панаса. Тебе чего? Чего надо? Ну? Прошу прощения. Микуличи здесь проживали? Микуличи? Да. Скажите, пожалуйста. А что? Может, с родственники их остались тут? А какая у вас надобность-то? Видишь ли, мил человек, девчушка Микулич обретается у меня. Подобрал я ее на дороге. А откуда вам, дедушка, известно, что она Микулич? По документу. И по портретам на карточке, вот. Немедленно поезжай за ней. Без лесника? Да. Так без него не найду дороги, он живет где-то, черт, на куличках. А где лесник? Да в коридоре. Den Försten heran. Здравствуйте, господин лесник. Здравствуйте. Немецкое командование благодарит вас. За что? Вы указали нам, где находится дочь партизанского командира, батьки Панаса. Позвольте, как же это так? Я и не знал, что она... Нехорошо, что не знали. Да ничего я вам не указывал. Ах, все. А это? А зачем она вам такая махонькая? Сообщим отцу. Захочет, чтобы дочь была жива, придет. Не захочет, сам будет виноват. Неужто дитё порешите? Да разве девчушка-то виновата? Вам не надо беспокоиться. Вы получите в награду бывший завхоз и 100 тысяч марок, и будьте здоровы, как у вас говорят. А сейчас вы поедете с господином начальником полиции домой, к себе. А поехали. Иди! Ну что ты дергаешь? Больно же. Ладно уж, сиди. Мне мама каждый день косы заплетала, и ни чуточки больно не было. Постричь бы тебя наголо, вот бы дело было, а то подумаешь, косы ей нужны. А спроси, зачем, сама не знает. Уж, кажется, и таскают их за косы, и дерут. А им хоть бы что.
Мне мама говорила, что у меня красивые-красивые косы будут. Да какие там красивые, как хвосты мышиные. Вот дедушка вернется, я скажу, что ты меня за косы дергаешь. Вперед! Дедушка придет, и в избе должно быть чисто. Понял? А ну-ка давай. А ну-ка давай, взяли. А ну-ка, типы, поднажали. А ну-ка взяли, давай. Я тебе помогу. Положи нож. Обрезалась? Я и дедушка приказывали тебе не дотрагиваться до ножа, а ты все-таки взяла. Я для дедушки хотела картошку почистить. Знаешь, какой он голодный придет. А ну-ка взяли, а ну-ка пошли, 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 взяли, ну! Смотри, какой страшный. Я его и не боюсь. Берегись, я страшный фашист, я тебя заклюю. Ян, ну чего ты дразнишь-то? Ты же знаешь, что я фашистов боюсь. Ну чего ты боишься? Разве могут сюда фашисты прийти? Где им искать нас, да они в лес-то не сунутся. А пока наши не вернутся, мы здесь спокойно и проживем. А ну-ка иди сюда. Ты какого черта повел нас этой дорогой? А тут другой дороги нет. Места глухие. Сова? Может, сова, а может и не сова. В лесу теперь всего можно ожидать. А деревня близко? Версты три. Поехали. А с кем там девочка? С внуком моим, с Янкой. Не уйдет? Куда им? За дверь выйти боятся. В деревню. Ну, где же дедушка? Почему он так долго не идет? Может, заблудился? Так тебе, дедушка, и заблудится. Он здесь все дороги знает. А почему он не пришел? Может, еще придет. Спала бы лучше. Назад! А ну-ка иди сюда. Садись. Садись тут. Думаешь, я тебе верю? Ни на грош я тебе не верю. Или я понимаю, почему ты плутал со мной по лесу до вечера и затащил сюда. Хотел лизнуть? Не выйдет. Все равно не спасешь девчонку.
Чуть что, пулю в лоб, так и знай. Что ж, лучше уж я получу пулю, чем это дитё. Жалеешь? А чем, скажи на милость, виновата девочка, что она дочь партизанского командира этого, батьки Панаса? Разве за это ее надо убивать? Ланг, не твоего ума дело. Кто там? Это я, дяденька. А ты? Заходи. Петрусь, ты чего такой мокрый? Девчонка у вас тут живет какая-то, верно? Ну, живет. Знаешь, кто она? Дочь партизанского командира батьки Панаса. Немцы за ней едут. Идите скорее отсюда. Хорошо. Да скорее ты! Я и так скорее, только вот гвоздик в дырочку никак не лезет. Ну и капуша. А теперь пошли скорее. Дедушка к нам придет? Придет. А Рекс? Тоже. А почему ты оставил Рекса дома? А он дедушке дорогу к нам покажет. По следам. Иди, убери собаку. Где ж они? А бог их знает. Испугались ваших тарахтелок, вот и убежали в лес. А ну, кликни. Кликни! Янка! Громче! Янка! Видать, их прям испугались. А ну, пошли. Пошли, пошли. Вот так. Мы тебя ждем у реки. А ты, как только ребятишки придут, сразу ее за ручку, скажешь, что к батьке, а приведешь ко мне. А чтоб тебе скучно не было, я тут своего человечка оставлю, он тебе дорогу и покажет. Вот так. Ну, мы поехали. Thank you.
убежал от них? Да. Куда же мы теперь? Как можно дальше, на Медвежий остров. Скорей. Рекс, пошли, Рекс. Силы на остров. А ты? Давай ружье, я придержу их. Давай. Ну, живо, живо. Дедушка стреляет. А это в дедушку. Опять в дедушку. Почему же он не отвечает? Ну, стреляй же, дедушка. Кто стрелял в дедушку? Фашисты. Они хотят убить партизанского командира батьку Панаса. А в чем батька? Казал бы, чей, ты глупа еще. Можешь проговориться, где не следует. Да и кто бы мог подумать, что ты такая важная птица? Какая тебе птица? Ладно, не пищи. Это тебе не дома. Почему дедушка не идет, а где Рекс? Скоро придут. А фашисты полк на него послали, а батька Панас рванулся вперед. Все, конечно, за ним. Побили они фашистов, оружие забрали и стали воевать. Тогда главный фашист еще полк вызвал, сам впереди стал. Поймаю, говорит батьку Панаса. Тогда батька хлестнул своего коня и как помчится вперед. За ним, конечно, вся его армия. Фашисты пушки тащут, а батька и партизаны как вынули шашки, как двинули вперед. Фашисты побежали, побросали пушки, руки поднимают, плачут. Пожалей нас, батька Панас. А, говорит Панас. А вы, говорит, наших жалели? Вы, говорит, дедушку жалели? Вы, говорит, дочку мою жалели, когда она в лесу жила, и холодно ей было, и голодно? А что, у батьки Панаса дочка есть? Не знаю. Это я так, к примеру. Ну, спи.
Почему ты меня одну оставил? Надо было. А где ты был? У дедушки. Почему ты с дедушкой не пришел? Не придет дедушка. И Рекс тоже. Янка, я собаку боюсь. Не бойся. Больше не могу. Ну что мне с тобой делать? Садись скорее. Садись. Говорю. А зачем ты ружье утопил? Патронов нет, бежим. Погнался за мальчишкой, а тот как бабахнет в него из ружья. Давай, наливай. Ну, будем живы. Будем. А зачем же понадобился ему мальчишка-то? Да девчушка с ним была. Дочка батька Панаса. Батька Панаса? Ну? Большая? Да нет, малая. Ты, между прочим, возьми вот все фотографии. Пойдет с тебя. Тогда познавание. Вот так. Ну что? Ничего не могу сделать. Везите в больницу. Нужна операция. Тоже мне фельдшер. Коновал. Будь жив. Будет. Дорогой. Ну. Ну чего ты? Я немножко отдохну, Янка. Устала очень? Да нет, я только есть хочу. Если б я кусок хлеба съел, знаешь, сколько я прошла? Ты не думай. У меня все много. Пойдем. Вот что. Ты сиди здесь, отдыхай, и отсюда никуда. А куда ты пойдешь? В деревню. Может, хлеба достану. И не бойся, нечего тут бояться. Поняла?
wenn meine Frau nicht hören will, so weiß ich, was ich tu. Ich stecke sie in einen Sack und bin du zu. Herr Kommandant, der Polizeimeister. Hören! Ну, как себя чувствует наша девочка? Нас постигла неудача, господин комендант. Ах, зо. Раух! Шайден Си! Начальника полиции Булая за неисполнение моего приказания расстрелять сегодня какое число? 13-й, господин комендант. Альзо, цинной. 20 августа. Хотя бы недельку, а? Хорошо. Хорошо. 22 августа. И 22-го. Если к этому времени дочь партизана Панаса не будет здесь. Вам все ясно, господин начальник полиции? Все ясно. И не надо было мне говорить, чтобы я не боялась. Я и так не боюсь. Ой! Ничего не бояться, нечего здесь бояться. Деревья меня не пугайте, я не боюсь. Что может быть в лесу страшного? Ничего не может быть. Проснусь, Янка придет. Проснусь, Янка придет. Проснусь, Янка. Thank you.
Иди сюда. Иди под нос. Лена, пойдем, гроза будет. Ты же видишь, что я устала, не могу я идти. Есть хочется, почему ты мне хлеба не принес? Ты же знаешь, что меня в деревне схватили. Ты там не поел, я в доме спал, а я всю ночь внизу. Знаешь, как холодно было? Это хорошо, да. Как тебе не стыдно, Лена? Ты старше, чем я, оставят меня на целую ночь в лесу. Может, меня здесь волки съели. Может, меня здесь медведь не залез? Тебе это, конечно, все равно. Не смей так говорить! Хочешь идти, иди сам, а я буду сидеть. Ну и сиди, подумаешь, а я пойду. Иди, иди же, что же ты стоишь? И уйду. А вот ты не уйдешь, только хвастаешь, а сам боишься уйти. Тебя болит что-нибудь? Мне холодно. Ты же горячая, как огонь прямо. Мне очень-очень холодно. Ты иди, оставь меня. Что тебе со мной мучиться? И маме с папой про меня ничего не говори. Бабушка, помогите! О, Господи! Ты, тетка, ты мне! Да что с ним? Горит, бедняжка. Вот и моя, бывало, заболеет. Натерпишься страху с ней. Бабушка, а вы лечить умеете? Ты погоди здесь, я за фельдшером сбегаю. Thank you.
Ну что ж, придется полежать, девочки. Сильно простыла. Ты, Прасковья Ивановна, присмотри за ней. Я буду попозже заходить, вечерком. Только никому ни слова. А пока компрессик положи. А где у тебя подвал? Вот здесь. А ты метко стреляешь. А вы откуда знаете? Я, брат, все знаю. Пойди-ка сюда. Вот тут и будешь прятаться от постороннего глаза. Понял? На улицу ни-ни. В окна тоже не заглядывай. Нет, мы завтра уйдем. Нас не поймают. Мы ночью в лес проберемся. В дедушкину хатку? Нет. Там же нас мама ждет. Дедушка ж так сказал. Бабушка, доктор идет. Хвораешь, бабка? Нет, пока Бог милов. А чего этот Фершел к тебе зачистил? Да еще по ночам. Миленько. Кашель окаянный ночам душит. Фельдшер приходит банки ставить. Ты чего-то крутишь, старая. Ой, крутишь. Поздний гость. Добрый вечер. Ну, садись. Садись, Фершел. Вот тебе, бабушка, порошки, что обещал. Лечишь старушку? Такое наше дело. Спасибо, миленький. Примешь? Как рукой с ней. Дай Бог здоровья. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Это кто же ты его так разукрасил? Я, паночек, вот тебе крест я. Под старость совсем малое дитё стало. А мы с ног сбились, красавица, искавши тебя. А ты вон и куда забрала? Ну, собирайся, дочка, пойдем со мной. Ну, нам здесь оставаться нельзя. Пошли, ребятки. Куда? Дойдем с вами до пристани, сядем на пароход и подальше от этих мест. Мы к папе поедем. Посмотрим, может, и к папе. Вот, дедушка Иван, на дороге. Спасибо. Спрячься. Здесь и тебе оставаться нельзя. Раньше или позже о старосту хватится и найдут. Я в город пойду. Христом Богом молить буду. Может, внучку мою отпустят. Пожалеют старого человека. Пошли. До свидания, бабушка. До свидания, бабушка.
Скорее бы пароход приходил. А он как назло запропастился где-то. Скорее бы уехать отсюда. Это со мной. Пошли. Майдан. Остановите! Остановите пароход! Остановите! Вот черт выкарабкался. А теперь и на пароходе, пожалуй, не спасемся. Попросим капитана, пусть пристанет к берегу. Капитана немецкие часовые сторожат. Что же делать? Hallo, hier Gunnar. Warten Sie, ich verstehe kein Wort. Я ничего не понимаю. Какой староста? Ну, что такое? Девочка? Так, так. На какой пароход? Остланд. Друг фельдшер, привет. Здравствуйте. Где детки? Какие детки? Будешь прятаться, но играть. Опасная игра. Вы что-то путаете, господин Булай. Нет со мной никаких деток. Ох, пожалеешь, фельдшер, пожалеешь. Обыскать пароход. Биде. Что? Стать! Вперед! Не нашли. Искать. Нигде нет. Ищи. Ну, милочка, так неужели не знаешь, где детки? Мальчик и девочка. Пупсики такие. Эй! Старост наврать не мог. Раньше им сойти негде было. Ничего, сам все расскажет. Какое сегодня число? 21-е. Лена.
Лена, где ты? Я тут. А ну, вылезай. Вон они. Эй, что стоите? Лови, лови их! Стой! Держи их! Спрячь нас, за нами полицейские гонятся. Врешь. Честная пионерская. Лезь сюда. Нюша! Нюша! Нюша, этих ребят ловят полицаи. Сведи их Вовке в подвал. Спрячь их там. Хорошо, спрячу. Пошли. Скорей, скорей. Это вы на прошлой неделе взорвали железную дорогу? Какую железную дорогу? Мне Лёша рассказывал. Ничего вы не взрывали, выдумываешь ты много. Знаю, знаю. Партизаны всегда скрывают. Мне Лёша объяснял. Слушай, а маленькая тоже дорогу взрывала? Сто раз тебе говорил, ничего мы не взрывали. Мне Лёша рассказывал, что маленьких партизаны не берут, а ее взяли. Ешьте, скорей. Есть. Здесь спокойно. Вы пока посидите, а после я за вами приду. Сколько маленьких детей в городе? Много, господин комендант. Я прикажу доставить их всех в командатуру и будем посмотреть. Оберлейтенант Краузе. Hier, Günther, sammeln Sie bitte alle kleinen Kinder der Stadt vor die Kommandatur. Antonio!
фельдшер, того поймали уже? Его не поймают, знаешь, какой он сильный. Раз-два и всех фашистов разбросает. А как партизан дорогу взрывает? Я же не видел, откуда я знаю. А почему девочка говорит, что мы дорогу взрывали? Болтает сама, не знаю что. Слушай, сюда, скорей! Шумотуха! Ужас какая! По всему городу ребят ловят, солдат вождя поставили, обыскивают дома, жарят в подвалах. Что же делать? А из города выйти можно? Ой, не знаю, легче, попробую вас привезти. Пусти! Не бойтесь, без нее не убегу. Если спросят, скажи звать Катя, а фамилия Иванова. Запомни. А ну повтори. Катя Иванова. А зачем это? Раз я говорю, значит надо. Катя Иванова. Катя Иванова. Арт. Найн. Арт. Как тебя зовут? Даня. А тебя как зовут? Оля. Бек. Как тебя зовут, девочка? Зайка. Зайка? Что это за имя? Это меня так мама зовет, а папа Галочка. Бек. Я вот. Все девочки, которых зовут Лена, выходите вперед. Ну, все девочки, которых зовут Лена, вышли вперед. Помнее. Марш-марш. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Я забыла. Знаешь, кто это? Это мама, это папа, а это я. Ну, какое сегодня число? А? 21-й, господин комендант. Закрой, я боюсь. Не бойся, уже не ловят. Почему? Поймали, кого надо. Слушай, а как мне Нюшку найти? А у нас много Нюшек. И там Нюшка, и там Нюшка, и там Нюшка. На каждой улице у нас много Нюшек. Мне самую смешную. Ужас, ужас, шуматоха. Знаешь ее? А, так бы и сказал. Нюша, мне нужно батьку Панаса увидеть. Это страшно важно. Слушай, знаешь что? Я и сама ничего не знаю. Но я тебя с одним мальчишкой живу. Он тоже ничего не знает. Но ты ж ним все-таки пошаветуйся. А как найти батьку Панаса? Не знаю. Ну вот что. Тут тетя одна есть. Она тоже ничего не знает. Ну ты ей расскажи. Пойдем.
заложников поместили здесь, в складах. Территория обнесена колючей проволокой. По углам вышки с пулеметами. Подступы? Открыты. Плохо. В лоб не возьмешь. Когда назначен расстрел? Когда приедет полковник из Минска. В котором часу полковник должен проехать? Связные сообщают, что около 3 часов. Ведут. Полковника СС. Важная птица. Группа, стой! Направо! Продадим! Предупреждаю. Будете петлять, улечу во лжи, расстреляем. Скажете правду, сохраните жизнь. Ну? Вы гарантируете жизнь? Если будете откровенны. Когда назначен расстрел заложников? Завтра. В 11? Я 11. А вы зачем ехали в Запольск? Инспекцион поездка. Лжете! Диверсия партизанам Патька Панас. Но я и поехал. Так и говорите. Выехал в связи с диверсиями партизан. Я воль, так-так. А комендант сам ничего не может сделать? Юнтер, Бальван. А может, просто партизаны неуловимы? На, Юнтер не может поймать Клайна Метхен. Какая девочка? А это делу не имеет отношения. Говорите все. Я вор. Я буду говорить все. В Запольске находится дочь батька Панас. Юнтер не может поймать ее. А зачем вам нужна дочь батьки Панас? О, отец пойдет на все, если его дочь грозит смерть. Что, я не так сказал? Нет, ничего. Батька Панас, это я. Продолжайте допрос. Здравствуй, Аннушка. Ух, испугал ты меня, Саша. Вот паренька привела. Отведи его быстренько к батьке Панасу. Дело, кажется, серьезное. Дяденька, побыстрее. Видать, не шуточный, раз такого великана привела. Доставим. Счастливо, Аннушка. Пойдем, великан. Батька Панас. Вы батька Панас? Что тебе? Здрасте, дядя Панас. Я с вашей Леной шел. Дедушка велел отвезти ее к вам. Дедушку убили, а Лену поймали. В Запольске она, в комендатуре. Они знают, что Лена моя дочь? Знают. Он ей карточку показал, а она говорит. Это мама, это папа, это я. Маленькая она, дурочка еще. Игрушку дал гад. Руки! На стол. На стол. А где полковник? Вместо полковника прибыл я. Батька Панас. Батька Панас? Дочь жива? О, да, я вор. Прикажите привести. Хальт! Профензи. Раух! Раух! Субботей! Бригнет сюда скинтир. Yeah.
Вызывайте коменданта лагеря. Лейтенштубе, bitte! Алло, Лейтенштубе, Herr Günther, ein Augenblick! Приказывайте. Заложников сейчас же отправить в карьеры на расстрел. Ich befehle, die Geißel sofort zwecks Erschießung in die Steingruben transportieren. Самосуда в дороге не чинить, ждать моего прибытия. Unterwegs keine Lynchjustiz gestatten, mein Ankunft erwarten. Все. Schluss. Господин Микулич, полковник жив? Пока жив. Хотите обменять на дочь? Зачем? Я ее и так заберу. Гензи. Володя, в машину! Поехали. Куда? Со мной. А почему столько? Но учтите, одно неосторожное слово или движение. Гуд, гуд. Я не засихал. Bitte. General von Kluge bittet Sie zum Telefon. Herr Obersterlauben? Bitte. Heil! Schießen! Schießen! Thank you.
и вас освободили. Все в порядке, Янка, все хорошо. Глупая какая, все перепутала. Попалась, дурочка. Сама себя выдала. Умывайся. Янка, ты же в городе был. Кто бы тебя спас? Я вижу, что Ленка пропадает. И сразу сюда. Явился к батьке Панасову и говорю. Здравствуйте, батька Панасов. Так, мол, и так, выручайте. Вот он и выручил тебя. Значит, ты знаешь батьку Панасова? Эх, Лена, если бы ты знала, кто такой батька Панасов. Ну скажи, кто такой батька? Батьку Панаса ранили. Иду. Пойдем, пойдем. Тебя батька Панас зовет. Здравствуй, Леночка. К тебе мама не приходила? Пока нет. Ты, папа, не беспокойся, она придет. Мне дедушка говорил, что она у доктора лечится. Янка, ну что ж, видишь, это же папа. Пойдем, пойдем. Янка нас с тобой никогда не оставит. Правда, Янка?